Для выполнения каких-либо арифметических действий Нуркену Жумахану не нужен ни лист бумаги с ручкой, ни калькулятор. Четвероклассник с легкостью складывает, вычитает, умножает трехзначные числа в уме. 524, 347, 106, 459, 4976. Супер, молодец! На один пример у Нуркена уходит где-то 5-10 секунд. Это результат двухлетней учебы в школе ментальной арифметики. Школьник отмечает, что у него улучшилась память, и он стал гораздо лучше понимать школьную программу. В Казахстане появилось уже лет 6-7 тому назад. И за это время детки, посещая эти уроки, они стали, скажем, улучшать свои возможности в интеллектуальном плане, начинают осваивать любые науки с большой скоростью. То есть мышление у детей улучшается, и на фоне этого улучшаются показатели по всем учебным предметам. Принцип методики заключается в выполнении определенных операций с косточками специальных счетов, которые называются абакус. В результате долгих тренировок дети приходят к тому, что производят расчеты уже в уме, лишь представляя счеты перед собой и мысленно совершая движения косточками. Вначале сильно не видно было, но потом по алгебре, по геометрии мне стало лучше решать и быстрее. Несмотря на, казалось бы, безупречную методику обучения, многие родители, учителя и даже врачи относятся к ней категорически отрицательно, отмечая, что ментальная арифметика превращает ребенка в счетную машину, лишая его возможности к развитию и самосовершенствованию. А ментальная арифметика – это некий такой вот, назовем, трафарет, некий шаблон, некий скрипт, по которому, соответственно, ребенок осуществляет высчитывание, отнимает либо умножает. То есть он в голове представляет, воображает определенную свои счеты, которые называются абакус, либо сарабанд, как это вот у нас принято называть. И, соответственно, в голове передвигает определенные фишки и высчитывает то, что у него получается. Естественно, что это не дает возможности ребенку, если мы говорим об этом методе, развивать свое критическое и логическое мышление. То есть не дает ему возможность понимать, как это все высчитывать. Ему достаточно всего лишь это представлять. В свою очередь преподаватель отмечает, что уникальная методика развития стимулирует работу обоих полушарий мозга и позволяет производить различные математические вычисления за минимальную единицу времени. Это альтернатива той традиционной методики, которая применяется каждый день в учебном процессе. Наши детки умеют думать еще и в другом направлении. То есть они могут знания, которые получили у нас, использовать в школе. Также они могут знания, которые получили в школе, использовать у нас. В принципе, это не возбраняется. Психолог отмечает, что зачастую родители отказываются осознавать минусы процесса обучения, уже нарисовав себе и своему чаду блестящее будущее в области точных наук, и предупреждают, что методика полезна, но в умеренных количествах. Поэтому не забывайте, что каждый ребенок индивидуален, и знание математики далеко не показатель успеха.